Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9. Урок 33. Какую часть недели составляют? Одни сутки. В неделе 7 суток. 7 умножаем на 24, получаем 168 часов. Если же 168 часов умножить на 60, так как в одном часе 60 минут, то мы получим, что в сутках 10 080 минут. 10 080 минут. Итак, одни сутки – это 1/7 неделя. Соответственно, 5 суток будет 5/7 недели. 1 час получается у нас равен 1,168 недели. Соответственно, 18 часов – 18,168 недели. 1 минута у нас получается равна 1,10080 недели, а 18 минут 18,10080 недели. 18 минут здесь. 56 минут, соответственно, 56,10080 недели. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.